В областном парламенте готовится дополнение к закону о проведении работ по поиску павших в годы войны. Они касаются в том числе порядка ведения книги памяти Тверской области. Кроме того, законопроект предусматривает детям погибших участников Великой Отечественной войны право на компенсацию расходов на проезд к месту гибели родителей. Мы прекрасно понимаем всю ту ответственность, которая лежит на нас, в первую очередь, для восстановления исторической справедливости и внесения всех, кто отдал свои жизни на территории области, на территории России и в целом для победы над немецко-фашистскими захватчиками годы 41-45 годов. Внесение изменений в закон о профилактике наркомании и незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ стало второй важной темой обсуждения на заседании экспертного совета. Заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике, главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов обратил внимание на формулировку законопроекта и предложил дополнить его пунктами, которые касаются антиалкогольного воспитания. А главврач Тверского областного клинического наркологического диспансера Вера Чеснова высказалась против открытия дополнительных реабилитационных и психологических центров для наркозависимых. С точки зрения обучения, создания каких-то дополнительных центров обучающих, я считаю, что это нецелесообразно. Все высказанные участниками встречи предложения будут учтены при дальнейшей разработке законопроектов. Спикер областного парламента Сергей Голубев отметил особую значимость работы экспертного совета при законодательном собрании региона и подчеркнул, что при принятии экономических и социально значимых решений депутаты и впредь будут полагаться на мнение специалистов, профессионалов разных сфер деятельности. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экспертный совет собирался часто. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экспертный совет работал эффективно, чтобы как можно большее количество действительно серьезных, действительно важных законопроектов проходило через экспертный совет. Анастасия Зацепина, Твериград ТВ.